Второй год жители частных домов на бульваре Профсоюзов в Твери весной и осенью сталкиваются с одной и той же проблемой. Их участки и дома затапливает. Гейзер с фекалиями и хозяйственными стоками бурлит и наполняет отходами сточные каналы перед окнами местных жителей. Наша съемочная группа подключилась к решению проблемы. Камила живет в частном доме. Девушка мечтала, чтобы вид из ее окна открывался на реку или озеро, но точно не на зловонный пруд. Мы выходим в резиновых сапогах из дома, потому что, ну, нереально выйти. А вонь, это, да, вонь, очень ужасная вонь. Страдают от этого жители всей улицы бульвара Профсоюзов. Топит не только улицу, но и дома жителей. Местные боятся, что из-за таких регулярных подтоплений фундамент их домов будет разрушаться. Здесь живу практически 45 лет. До этого, вот последние два года только у нас вот такой вот получается. До этого ни разу не было, чтобы у нас тут что-то затопило или что-то еще было. Вот, например, подвал Амирослана Усуповича сейчас выглядит вот так. У нас весь дом пахнет канализацией. Невозможно в доме находиться. Вот, пожалуйста, результат вот разлива вот этой канализации. Вот, пожалуйста, смотрите, что происходит. Тут воды вообще было сантиметров 25. Вот, видите? Даже не подойти к этим котлам. Местные не раз обращались к коммунальщикам, но все безрезультатно. В воскресенье я звонила в водоканал, потому что здесь было прям извержение вулкана. Они сказали, что мы уже приняли заявку с вашей улицы, уже звонили, ждите. По факту здесь мы никого не видели. Мы обратились в администрацию Пролетарского района. Там отреагировали оперативно и сразу перенаправили обращение в водоканал. Буквально в течение нескольких часов коммунальщики выехали на место подтопления и начали обследование. Быстро было принято решение об откачке сточных вод. Будем надеяться, что меры, которые приняты после нашего обращения, были во всех смыслах исчерпывающими. И тверичане больше не будут тяготиться соседством со зловонными разливами.